Памятники металлургу стоят на главных въездах в Енакиево. Это главный символ трудовой доблести города. Так вот, такую трудовую доблесть придется проявлять и представителям Ленинградской области. Дело в том, что в прошлом году наш регион на ремонт городских объектов потратил здесь 1 000 000 000 000 рублей. В этом году выделена сумма в 2,5 раза больше. Поэтому сегодня губернатор Александр Дрозденко приехал в Енакиево и поставил четкие конкретные задачи. Что надо отремонтировать на эти деньги? Там очень ответственная работа. Гондурасы с той стороны, самое приличное было учебное заведение, лицей технический здесь, и хаммерсами Жители Енакиева высказались бы куда более эмоционально и жестко. Но совещание не место для эмоций, решение принимать надо. Разбил из спортзала это было. Мы проезжали, видимо. Хлам вообще. Сегодня посмотрим, да. То есть мы готовы там выходить на дефектацию, на разбор завалов. Уже все сметы подготовлены, осталось только финансирование. Буквально за несколько минут американские ракеты «Хаймарс» уничтожили лицей информационных технологий. Украинские формирования лишили Енакиева самого современного и укомплектованного учебного заведения. Одна из ракет попала в спортивный зал, вторая насквозь прошила 3 этажа одного из корпусов. Вот наиболее аварийная часть здания, значит, под демонтаж, повреждены ригеля, то есть несущие конструкции, да, соответственно. И у нас по плитам тоже вопрос, надо обязательно обследование, потому что есть трещины. Вот. Директор лицея едва ли не плачет, просит о помощи. Решение восстанавливать принято давно. Деньги выделят из резервного фонда губернатора Ленинградской области. У нас надежда просто потерялась, понимаете, когда мы это все увидели. Ну, что спасибо, вы, что не бросаете. Это дело принципа восстановить. Спасибо. Это не просто вот, и почему хотим быстро сделать, потому что очень важно и принципиально, и всем показать, что для нас вот такие объекты – это первоочередные. Спасибо вам большое. От меня, от моих деток, от моих родителей. Большое спасибо. Да, непредвиденные расходы. И уже понятно, в общую смету на этот год в 2,5 миллиарда рублей не уложится. Но лицей будет восстановлен. Работы проведут поэтапно. Наша задача – это все восстановить в ближайшее время. Работы будут разбиты на 2 этапа. 1 сентября начнет работать старый корпус. Мы все сделаем, чтобы он автономно от разрушенных корпусов начал работать. И дальше наши строители будут восстанавливать и разрушенные корпуса. Пока же учащиеся лицеи и учителя переведены в первую школу, старейшую в Енакиево. Здесь утеплили фасады, заменили окна. Но здесь также нужны капитальные вложения. Словно оправдывая свой возраст, здание школы оперлось на массивную подпорку. У нас все готово к началу работ. Вопрос только в деньгах. Сколько это будет? Это вся вот укрепление, да, полностью спецификационное, со всеми технологиями, да. Электропуль зайдет. Вот это все стены отходят, у нас спортзал, актовый зал. Вот. То есть и в спортзале также, да, тут надо делать. Да, вот это... Ну, в спортзале не совсем так, а здесь вот старое здание, самое здесь нужно чего сделать. Там вот немножко там просадка уже идет, потому что они ходили. Ох ты, ё! Тут совсем беда, да, надо делать. Вот это надо делать. Вот это в первую очередь надо делать. Прошлый год и прошлогодние вложения показали, любой объект в Енакиево требует основательного подхода и капитального обновления. Будь то ремонт дорог или замена кровель. Домам лет по 70, а новая крыша появилась только сейчас. И люди видят, какие изменения происходят в Енакиево. Как настроение-то в целом? Нормально, спасибо вам огромное. Мэру нашему спасибо. Вот так немножко уже видно те видно, работы, конечно, которые конечно. Делаем, да? Вот дороги там. Дороги, это вообще, кровли, да, там, да. Окна, сейчас еще будем окна менять. Спасибо большое. Да, вы у нас уже вторую кровлю сделали, обещайтесь, вот третья еще. Ну, это у вас, а так-то да. Вы уже много где кровли сделали. Да, 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 нет, сделаем, конечно, сделаем. Все, что ленинградцы обещают, все делают. Вот в это вы должны верить как в аксиому. Самым наглядным примером для жителей стало обновление трамвайного парка. 10 новых вагонов теперь соединяют районы города. Примерка операции 2 регионов. Теперь же в местном депо появился и свой носорог. За нашей спиной трамвай. Один из 10 трамваев, который поставил город. И рядом самая главная машина, в простонародье называется носорог, которая приезжает и работает во время, если происходит авария, это сход трамвая с рельсов. К сожалению,
Вот мы сегодня говорили на совещании, проблема замены рельс, это проблема очень важная для Инакиева. Не дешевая проблема, чтобы поменять все рельсы и шпалы, нужно порядка миллиарда рублей. Но мы эту работу обязательно будем делать. Как только Александр Юрьевич обратился с просьбой направить сюда 10 трамваев, безусловно, Александр Юрьевич Беглов мгновенно отреагировал. И вот они здесь. Это как раз и пример того, как два региона дружно, эффективно могут сотрудничать и приносить пользу, и выполнять поставленные задачи. Совместная их работа, она произошла не то что в секунды, а можно сказать, там в доли секунд наши жители города Енакиево получили первые 10 трамваев, которые перевозят наше население. Это для нас важный транспорт, социальный транспорт, на котором сегодня ездит более миллиона людей у нас в месяц. Обновление Енакиева примет все более масштабные объемы. Строительство дорог, улучшение водоснабжения, ремонт жилого фонда. Уже готовы модульные корпуса для проживания новых отрядов строителей. Кстати, с этого года на благо свое и своего города будут трудиться местные жители. Мы первые, кто это реально уже делает. Мы по всем компаниям, кто здесь работает из Ленинградской области или других регионов России, регистрируем обособленное юридическое лицо. И ставим условие, чтобы не менее половины работников были местные. Для чего мы это делаем? Чтобы бюджет Енакиева начал зарабатывать деньги. От той работы, которую мы здесь проводим, должны платиться налоги. И эти налоги должны идти в том числе в доход и Енакиева, и Донбасса. Впоследствии все привлеченные компании получат енакиевскую юридическую прописку. Так сегодня закладывается база будущего города в российской системе координат.